Да. Меня зовут Виктория, я фотограф. Год назад я снимала акцию «Украинский дым». Тогда, как и сейчас, после того, как эффект ободрали с Беркутом, после того, как ушли политики, осталась горстка людей, на которых все опустили руки, плюнули. Никто не верил, что они смогут что-нибудь создать, что они могут продолжить акцию и организоваться. Но мы тогда простояли по 28 октября. Сейчас осталось 8 человек, но это те люди, которые стоят за идею, за свои убеждения, и я думаю, они останутся, и эта акция, она не загубится, как все ожидают, она продолжится.